Всем привет, у микрофона Кэтсунек, у вас на экранах игрушка Strange Land. Не так давно вышел на нее перевод, игрушка прикольная, у нее в чем прикол, она выполнена в таком ретро стиле, и у нее охренительный, просто шикарнейший визуал, пиксель-арт, то бишь, как играть? Укажи и щелкни, эта игра. Смотрите, прикол, если вы застряли, то возьмите подсказку, позвонив по таксофону, набрав 0. Вот почему полезно читать сопровождающую документацию. Есть призы. Ну, тут режим аннотации, что это такое? Что такое аннотация? Какие-то подсказки, да? Ну их нафиг. Ну их в попку. В жопку. В жепку. Давайте начнем новую игру. Да, у игры множество разные пути прохождения решения той или иной ситуации. То есть она не линейная, а множество концовок есть. Поэтому давайте пробовать. Запуск новой игры, да, я чуть там посмотрел. Че, кого как. Погнали. Мужик какой-то. Прикольно уже, красиво, да? Очень красиво, смотрите. Даже подсветочка такая. Тени. Strange Land. Тяжелые. Land, что такое? Страна. Тяжелая страна, да? Сити это город, Land это страна. Ух ты ж, ё. Заходи. Я не хочу рассказывать тебе анекдот. Я вообще не хочу с тобой разговаривать. Не знаешь, в чем моя проблема? Я никогда не могу держать свой больной рот на замке. Охренеть. Рот. Так, идти, использовать, поговорить. Взять налево кнопку мыши, направо осмотреть. Весьма непривлекательный вид. Я с тобой полностью согласен. Похоже, они так и хотят, чтобы я вошел внутрь. Плакат. Что такое Оди? А, заходи. Понял. Тут сказано, не все аттракционы предназначены для любых возрастов. Посетителям рекомендуется проявлять здравый смысл. Весьма расплывчато, как и следовало ожидать. Они рекламируют напиток забвения. Надпись гласит: «Пейте взахлеб чудесный напиток забвения». Выиграйте одну из бутылок сегодня в тире. Ладно. Пошли. Тут. А на голову? Ну да. Оставь меня в покое, я уже рассказал тебе анекдот. А, с ним еще можно было поболтать, ладно. Ух ты, девушка в халате. Жопа голая. Wait. Постой! Goodbye, my love. Прощай, моя любовь. Ничего себе. Руна какая-то. Ку-ку. Она ушла. Не ушла, Кэрент. Она просто умерла. Снова и снова приходить она к этому колодцу, чтобы лить слезы и содрогаться в звуках плача. Кто же из вас первым спасет другого? Как он сказал, Кервинт? Там внизу какое-то движение и намек на золотистое свечение. Он очень глубокий, но я мог бы попробовать спуститься. Ой, звонит кто-то. Послушай, ты должен понять одно. Это все твоя вина. Ты упускаешь из вида очевидные знаки. Ты позволяешь вещам утекать сквозь пальцы, и не можешь этого изменить. Вот почему она мертва, и почему ты здесь. Ясно? В любом случае, я перезвоню позже. Если тебе нужна помощь, она тебе понадобится.
Для вызова вашего оператора сделай, пожалуйста, сброс и набери 0. Подожди! Клик-клик-клик-клик. Этот голос был очень похож на мой. Так, есть у нас таксофон. Смотрите, руны. Здесь руна П. А я не могу, да? Выйти, в смысле выйти в окно. Предсказатель, пойдем посмотрим. Этот автомат предсказатель. Мурмур великолепный. Что-то он на Мурмура никак не похож, тем более на великолепного. А, в смысле, я могу сюда выйти? Могу сюда. Мне нужно четвертак. Куда пойдем? Пойдем налево. Отдушина. Эти трубы выпускают пар. Обычный пар. Она словно чего-то ждет. Сначала для нее нужно что-то положить. Наковальня, да? Огромная. Так, меня зовут 83-й. Он сказал на ней цифры 8.3 на этой печи. Кто ты? Я огонь, сжигающий нечистое. А что это за наковальня такая? Подобная медицине, которая облизывает своего языком пламени, я творю из руды наковальни все, что пожелаю. Можешь изготовить для меня кое-что? Я делал это раньше, сделаю еще раз. Израсходовав мой скудный жар и приблизив мою окончательную смерть. Но ты все равно должен принести мне заказ на работу. Женщина. С золотыми волосами, которая бросилась в колодец. Кузнечные мехи Анулии в тот день, когда... Чё? Испорченная вещь, которую огонь не смог спасти. Канли. До свидания. Ты раньше тоже так же говорил. 83-й. Короче, что это? Так, ладно, ну пойдем туда. Я хз. Тут что так можно идти? О! Аттракцион. Ракет какая-то не работает. Телескоп. Что за... Вот она. Это тень. Вот что издает этот звук. Вот что ее убивает. Я должен это уничтожить. А. Какая херня. Телескоп даже четвертака не требует. Ух ты, вагончик. Будочка. Указатель. Ай. Пес что-то ест. Не пускает меня сюда. Она жует кусок металла. Хорошая собачка. Не пущает нас. Подойду ближе, она... Да бля! Я случайно нажал. Блин, ну класс. Опа. Росла звезда и опа. Что произошло вообще? О, камни, смотри.
Давай возьмем. О-хо-хо. Так. А, в смысле, инвентарь где мой? А, вот, смотри. A good handful of rocks. Приличная горсть камней. А, мог бы так, да, нажать? Это что такое? А, о, камень, да? Опция сохранить. Strange land. A bit on the nose. Иначе и не скажешь. Два раза нажимаешь, он быстренько это проходит. Только не это. Анекдот не в тему. Мужчина сидит в кабинете у врача. Доктор говорит, а теперь хорошая новость. Мужчина перебивает. Доктор, вы уже еще не сообщили мне плохую. Доктор говорит, только не это. Да, дядя. Ну и херню же ты сморозил. Слушай, а туда за забор можно было, нет? А, понятно, направо мы уж пошли, там чувак нам сказал, что нужно... Этот... Как его? Заказ ему нужен на наковальню. Тую. Шатер. Аттракционы всегда в недосягаемости некоторые. Так, направо можно и налево. Что тут? Выбирай любое направление, но обязательно иди налево. Похоже, говорит. А ну вот, это вот. Твой... Погоди. Корни. Эти корни держат необычный мост. Давай, пройдем. Дед. Кто здесь? Это ты распугал этих славных голубей? Подойди поближе, дай мне тебя услышать. Каких голубей, блин, это ворона. Ворон. Палки и камни заставят меня стонать, но слова мне безразличны. Кажется, он игнорирует меня. Рейвен, Крейвен, так, купальня для птиц. Нахрена ему там купаться? Когда-то в ней была вода, но чем глубже его воды, тем мрачнее умы людей. Глаз, что-то он пишет. У них ничего, кроме чепухи. Что-то... Веревка с петлей, интересно, откуда она там? Это ты привязал ее там, пытаясь повеситься. Стал ли ты после этого хоть немного мудрее? Да я не уверен, я не помню. Вот почему я все записываю. Чтобы не помнить. Ты хочешь сказать не забыть? Да, я хочу сказать забыть. Я не могу до нее дотянуться. Что он там сказал? Констеллейшн. Ну давай смотрим старика. Его глаза, их нет. Но мои уши в порядке, незнакомец. Бумага. Он записывает все, что говорит ворон. О, да, так и есть. Я не могу использовать это в качестве заказа на работу. Давай скажем, да, голуби тут. А, у меня где-то была краюшка хлеба. Хуяк. Ладно, сейчас соберем. Хуйня полная. Мясо. Я бы предпочел думать о нем как о хлебе для голубей. Хорошо, у нас есть мяско. Кусок тухлого мяса. Собаке надо, наверное, отдать. Камни у него. Ну-ка. Тело в лапке. На, нахуй. Мои когти. Ты сказал когти?
Мое крыло! Крыло? Написано неразборчиво. Писать слепому букву «Ю» — это самое страшное. Это может пригодиться. Вот так-то вот. Чё там? Короче, я никакие подсказки ещё не читал, ребят, поэтому... О, дыра какая-то, смотри-ка. Прореха достаточно большая, чтобы... Чтобы что? Такое. Глаз кого-то ужасного. Крыса. Дохлая. Заберем. Она тяжелее, чем выглядит. Я ни за что не дотянусь. Так, мясо. А. То есть мы крысу нашли. Дохлую. Подходите, подходите. Выиграйте себе бутылку напитка забвением. Напиток, который избавит вас от всех плохих мыслей. Ух ты, пистолет. Автомат, ящик. Это одна из игр-стрелялок. По громкоговорителю передали, что я могу выиграть бутылку забвения. А, это как-то связано с тиром. Кажется, на этой крышке находится какая-то схема. А, нужно чем-то открутить, я понял. Так. 10 попаданий дают вам один приз, а приз подарит вам благословенный сон. Что это значит? Куда стрелять-то? Очень близко, попробуйте еще раз, попробуйте еще раз. О, ящик. Он заперт. Так, погоди. Ой-ой, что-то с нами происходит-то. Как будто мы вообще где-то находимся, непонятно. Я могу персонажа так двигать, нет? Ой. Нам нужна как отвертка какая-то. Отвертку, скорее всего, сделает этот ящик. Печь. Там ходили мы. Два раза нажимаю, быстренько вон и у нас это. Пойдем попробуем ему. Сюда вот на наковальню. Вот этот рецепт дать. Когти. Сперва положи на наковальню достойную руду. Оба С. А где мы ж руду-то возьмем? Тут крыса у нас только есть. Ох, руды у нас нету. Ух ты. Что такое? Флайер. Пропало. Звонить. 431. О. Далее оторвано. Это она. Ее образ и так в моей голове. 431, а дальше оторвано. Ну ладно. Выйти. Выйти, выйти. А вот сюда, если что будет. А, оба-на, смотри. Please don't. Прошу, не надо. Я рак. Жесть какая-то лютая. На это назад просто. Пойдем сюда. Добро пожаловать в тайный глубин. Дом светящейся русалки. Язвительной морской звезды и маслянистого черного лебедя. Так, ну тут у нас что-то как-то все очень... Представление нон-стоп. Не раздумывая. Скажите, кто это установил эти ворота? Недостоверная реклама. Стоком ёбнет. В глазе в нашем потухлом. А, мы в кого-то превратились, слушайте, мохнатого. Это было возбуждающе. Прикольно.
просто осмотреть под напряжением. Переключатель, он в положении включен. Давай камнем кинем в него. Пам. Сработало. Пойдем к собаке. Так, стопэ. О! Штырь. А я что-то не заметил, что она выронила. Все. Берем штырь. Ложим на наковальню. Так, эту бумажку показываем. Пока не сложно. Чтобы сделать подходящий крюк, потребуется нечто больше, чем просто булавка. А, вон как оно. Я думал, все так. Кока металла — это работа для 83. Погоди. А как мне штырица забрать теперь назад? Назад! Я бы мог подколупнуть, наверное, эту. Да, что-то какая-то фигня. Там крышка, помните, подколупнуть можно было в игровом автомате. Давай мясо ему попробуем дадим. Будешь? Так, сожрала. Крысу на тебе еще. Но крыса не хочет. Дохлые крысы, говорит, походу ей не по вкусу. Она говорит, походу не насытится. А что ж дальше-то делать? А что с крысой делать? Камнем давай в нее кинем нахер. А это зря. Это зря мы затеяли. О, смотрите-ка. Это мы упали туда, да? Можно мне еще немного мяса? В смысле, хлеба. Для голубей. А. Блин, ну сейчас ты наешься. Еще мясо тебе дам. Пиздец. Давайте-ка еще разочек. Кинем в этого гребаного ворона. Голова, тело, лапки. Бошку ему нахрен. Бейк. 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 Так, накось. Клюв, во, класс. Пойдемте попробуем это применить к нашему 83-му. Ох, ёпа мать он! Отойди в сторону. Фига себе. Behold the beak. Fit for one who will кромсать и резать. Cut. Клинок! Ничего себе! Клинок осмотреть. В смысле? А зачем? Попробует стоило, говорит он. Клинок, погоди. Уродливый стальной кинжал. Слушайте, может... А! Четвертаки? А сколько там эти... Ой, что с нами случилось? Ух ты, девчонка опять. Позязи! Оба, глазки закатила. Кобзда. Что за дичь? Крысиная шкура. Монеты. О, мы сейчас можем попробовать этот... Звонит кто-то. Сейчас тебе терзает вопрос, не схожу ли я с ума. Нет, ты его нашел. Ты спрятал твердую крупицу правды под мягким слоями лжи. Маскарад метафор. Вот тебе еще одна.
Твой разум — это матрешка. Это всего лишь ты. И ты, и ты, и ты. И мы здесь, чтобы открыть тебя. Матрешка. Это ж матрешка. Пошли, детку, дадим монетки. А куда мне еще нужны были четвертаки? Что-то я не помню. Сидрак, ну... А ты что тут делаешь? Палки и камни заставят меня... Да, я это уже слышал. Так, что мы имеем в наличии? Деньги, кожа крысиная, монеты. Ага. Ха-ха-ха. Указатель 3. Может, чтобы вне светяшек? Вот так, может быть? Что это такое? Током ударило. О. А, смотри. Литые динамики черепа. Ну вот так, да? На самую первую поставил скорость, типа. Во. Во. Ха-ха-ха-ха. Написка. Давайте мне... Что это? Забвение. Приходит забвение бедствий. Давай. Че, он выпьет его, что ли? О, пожалуйста, помоги мне! Пипец. Жесть какая. Так ты выпил, что ли? Я что-то не понял, ни хрена. Так, знаете что, пойдемте, попробуем мясо еще взять у старика. Хлеб, отдай нам еще. Мы сейчас, короче, совместим вот эту фигню с этим. Во. Сногсшибательный маринад. Пустая бутылка, приправленное мясо. Попробуем глаз этот ткнуть кинжалом. Слишком далеко. Привет, табачка. У меня кое-что для тебя есть. Так, погоди. На тебе мяско. Ну. В ее глазах проблеск или счастье? В ее глазах что-то интересное. Один из карнавальщиков оставил для себя записку-напоминалку. Слишком много победителей, увеличить скорость у черепов. Отключить мод «Модская звезда, все плюется кислотой в гостей». Найти Оззи, что-нибудь погрызть. А, но не это, да? Указатель. Осторожно, злая собака. Спасибо, ребята. Как она с другой стороны была. Огончик. Это что за полоса, непонятно. Это звезды какие-то. Пойдемте туда, сходим. Ох ты ж. Эй, незнакомец! Мы же типа мужчины. Да ну. Что за валькирия? Какой уже ужас. А на этой веселой ноте я закончу. Ребята, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, комментируйте обязательно. И пишите, нужно ли играть в данную дичь дальше. Как по мне, оно как бы прикольно. Смотрите, какой у него нос. У нее, у него. Ладно, всем пока. Джали.